пока мы с Юлей доехали, стало прохладно, уже вечер. Мы купили черешни, сливы. Да. А я вот такую размалёвку. Ты же уже показывала, Юля. Я показывала как... Ладно, пошли. Я бы его поздравил. Ага, возле своего дома, Юлечка. А? Юль, сегодня жарко? Нет. Юля, 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 там машина, Юль. Руку. Сегодня Светланка целый день работает. Да? Ежак, 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 ежак. Это на каком ты языке говоришь? На ежичковом? Да. А цып, 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 цып? Цып новый. На цыпленковый. Цыпятковый. Цыпленковый. А если жур, жур? Какой? Журсковый. Журсковый? Жур-журковый. Ага, мы придумываем название языков, да? Какашечки. Угу. Это ты на каком языке раз сказала? Покашеньки. Покашеньки? Покашеньки. А сколько сегодня людей? Юля почувствовала близость дома и как сонная муха была в маршрутке. А сейчас как будто бы пчелка Майя или бабочка. Хщук-щук. Все, побежал. Что? Ты так можешь идти? Угу. Фонтанов нет? Нет. Что-то они выключают в последнее время часто. Вечером, наверное, включат. Кто? Лавандой пахнет, да? Ага, точно. Ой, чмель! Кто его боится, ставьте лайк. Юля боится, ставьте лайк. Все, ладно, пошли. Юль. Идем, спешим, потому что уже будет темно, а мне еще домой ехать. А смотри, какая прозрачная водичка у вас, да? Прозрачная водичка. Ага. Ну, почему накидали? Да нет, это листики тут налетели все. Ладно, Юль, все, пошли, пошли. А тут есть грабли. Грабли, смотрите. Все, ладно, пошли. Смотрите, грабли. Где грабли? Детские грабельки. Все, побежали. Юль, ты знаешь, где живут дед Валера и баба Галя? Да. Да? Угу, ясно. Ага. А что это у вас столько много стало орхидей? А еще нам подогнал сосед. А, да? О. А я думаю, что такое? Так пришло расцвели, что ли? В цветах, да? Что-то? Ага. Да, у вас есть красота. Так, мы пришли, Галя. Добрый вечер, здравствуйте, зрители. Да, интервью, пожалуйста. Пару слов для прессы. Да. Как вы себя чувствуете? Нормально. Уже сказали, положительная динамика. Ага. И набряк костей. Ну, эти вроде уже начали это, заживает. Мне там МРТ как только сделали, сразу вышли. Говорят, а давайте старые мне нам посмотреть, быстро старые. С новым посмотрели. Говорят, вроде как начинает заживать. Хорошая динамика написали. Мы не знали. Это какого числа у тебя МРТ было? 8-го. 8-го числа? 8-го каждый месяц. Но врач сказал, что я вас с операции все равно не снимаю. Ага. Он все равно думает. Но он тебе тоже сказал, что положительный динамик? Да, он посмотрел, говорит, ну да, чуть-чуть это, но это ничего не значит. Ага. Короче. Это? Будем следить еще. Будем следить. Каждый месяц будете приходить, будем смотреть.
Понятно. Так что... Ну давай, скорейшего тебе выздоровления. Да. Позвоночник быстро не заживает. Но... Да. Положительная динамика, это уже хорошо. Да, это я рада. Да, да. Ну только он мне все равно операцию хочет делать. А я не хочу. Хочу, чтобы он сам. Но это долго, 10-12 месяцев даже, говорят, надо лечиться. Ой-ой, да. Это таблетки, это даже не знаю. Он, и операцию не хочется делать, и лечиться целый год надо лежать. А так, если я начинаю ходить, то мне уже опять плохо становится. Только когда лежать, хорошо. Отдыхать. То ли лежать, то ли... А ходить никак. Короче, еще надо год лежать. То ли лежать, то ли сидеть. То ли лежать, то ли сидеть. Если хочешь ходить, делай операцию. Валера, привет. Привет, привет всем подписчикам Любовки. Как дела у тебя? Ну, у меня как, все по-старому. Вот с Галой возимся по-стариковски, потихоньку. Но все равно души молодые. Стараемся, живем. Это хорошо, это хорошо. Видели тебя у Насти на канале, на рыбалке ты был, да? Когда я была в селе, я видела, да. Это интересно, да. Ну, слава богу, все родственники навещают. Молодцы, да, поведают. Особенно вот моя Юля приходит, хоть молодец. Но... Да. Ладно. Так что все, у нас все хорошо. Люба, если там соскучишь по плову, говорите, пойду плов вам приготовлю. Спасибо, мы уже, конечно, скучаем уже по твоему плову. Хоть час, да? Хоть час. Жара такая стоит, не хотим вас нагружать. Чуть-чуть прохладно будет и все. Я Галю с орхидеями сниму, Галя. У тебя с орхидеями. А я еще иду с улицы, смотрю на орхидеи, думаю, цветет, не цветет. А смотрю, тут уже и еще прибавил. Ага, думаю, как это? Думаю, она что ли дальше, что ли, так пошла быстро. Ага, думаю, вот цветовод, Галя. Да. А это сосед наш поехал служить. А жена пошла к матери на 3 месяца. Вот мама оставила эти цветы. Чтоб это было все, чтобы мы присмотрели чуть-чуть. Ну, не знаю, как у нас. Мы же не цветоводы. А вдруг погибнет еще, а то неудобно будет. А Сашка говорит, вообще хотел на мусор выкинуть, говорит, их. Тут ему что, не жалко было такие цветы? Это Лариса, это жена его. Не дала. И, ну, хорошо, конечно. И зато нам приятно, видишь, какой цвет. Да, нет, вы хорошо, у вас вот тут цветок, ну, вообще. Дай бог, прекрасно. Да, у вас им место нравится, у вас солнце такого яркого здесь. Да, нет, и жарко прекрасно. Совсем, там... Жарко, да, и ничего. Солнце все равно попадает. Иногда попадает, а в основном нет у вас солнца. На поэтому. 4 часа да. Это ваш уже отцветает, да? Нет. А вот. Это ага. Как раз. Ага. Светлый, у меня темнее, ага, у вас как раз вот и нравится свет. В котором часу у вас здесь свет? Обычно. Ну, где-то с часу до 5. Ой-ой, самое жару, что? Самое жару, что? Самое жару, да. Ясненько. Отсюда гортензии. О, красота, да, конечно, у вас вот здесь. Вот это красивый кусочек, все время там фотографируется возле него. Да, да. Ну что, Юлясик, идем домой? Проведали бабу с дедой. Проведали бабу с дедой. И идем домой, да? Да-да. И идем теперь домой, да? У меня аж 2 дедули, бабули, да? Как бабули, дедули? Бабули, что у тебя 2? Считай, сколько у тебя бабуль. Посчитай, сколько у тебя бабуль. Миллион бабуль. Ну, миллион, конечно, нет. Ну, считай, баба Галя. Ну, бабуля твоя. Бабуля. Потом баба Тома, баба Света, баба Галя, Люба. Баба Люба. Потом... Сама себя посчитала. Да, а баба Наташа еще. Бабуля Наташа. О, сколько у нее бабуль? Сколько у нее? А дедушек сколько у тебя? Считай. Дед Вася, дед Коля и дед Валера. О. Три. О, 3 дедушки. Меньше, чем бабуля. Это точно. Значит, бабульки победят дед.
Бабульки победят дедушек, конечно. Да, да, да. Ладно, пошли, насмешили, пойдем дальше. Сейчас. Как наши родственники в Нукусе? Ой, все, слава богу, хорошо. Вот Камал, совхоз «Россия» там. Да, мы показывали видео, да, да, да. Вот он прислал мне несколько видео. Угу. Если будет интересно подписчикам твоим, я могу тебе переслать, ты ему. Ну, перешли, сейчас я вот сейчас ставлю сюда, да, да, да. Или в конце покажи, видео да, вставлю, да. Покажи, да, пожалуйста. Ага. Потому что где я родился, для меня это интересно, да. И для твоих зрителей тоже, может быть, интересно будет тут посмотреть. Хорошо. Как, в каком этом... Да. Камал Рахмет. Да, Камал просто он не профессионал снимать, из-за этого у него бегает, да, это вот так. Быстро-быстро снимает. Ага. Это он еще не научился. Вот, ну, и, еще научился. Я думал, ты поедешь, научишь его снимать. Хорошо. Чтобы он все снимал там у нас. Ну, ладно. Если бы ковид не помешал, ты бы, может, съездила, показала. Ну, да, весной я же хотела. Да, 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 ты же собиралась. Я думал, ты научила его снимать. И чтобы твои зрители тоже видели. Он берет, например, он взял, сколько он, я не помню, надо у Камала самого спросить, где-то около больше 120, что ли, гектаров он взял. В аренду? В аренду, да. 20 гектаров сдавал другим людям, и остальные 100, ну, там, гектаров, ну, под рис он сдавал, а остальное все сам сажал. Все, сам работает, бедный, там, мучается, но делает. Но воды, правда, мало, вот раз мучается, что воды мало. Там, вот, например, это озимая, вот эта пшеница, угу. У него это в убытке. Ну, думает, что он покроет сейчас помидорами, ну, другими этими овощами. Лобком, да, этим все может стараться. Ой, спасибо тебе. Это мы берем по-настоящему интервью. Юля стоит, машет. Молодец, молодец. Она же был блогер, да, знает как. Я говорю, она моя золотце. Она же знает, как снимать видео. Надо, чтобы тебе не жарко было, когда ты интервью даешь. Все, давайте, пока. Счастливо, Юля ждет. Давайте. Пока-пока. Давай. Пока-пока. Я буду за вами скучать. Ой, я тоже. Все, пока. Давай. Чао. Пока-пока. Чао, давай. Чао. Привет, передавай всем. Хорошо, чао, давай. Чао, пока. Чао. Походили, уже и прохлада наступила, да? Ну и что? А то жара такая была, как. Ага, это точно. Ой, ты нас насмешила это сегодня, да? Слышишь, ты нас сегодня насмешила, да? Зачем это? Что дедушки побеждают бабушек. Ой, бабушки побеждают дедушек. Бабули побеждают дедушек. Ну, давай, показывай гортензии. Угу. О. Спирея японская, гортензия. О. Юля решила вам розы. Показать красоту еще, да? Есть розы. Розы еще есть? А, вот, розы, да. Отцвели уже, правда, розы. Угу. Сейчас гортензии красиво цветут. Видите, они такие не шапочкой даже, а такой колоском. Угу. Добрый вечер. Шатақта жатырмыз. Демалып. Балалар төгіл шашып жатыр. Машинада жүр. Да? Неге? Машинада отырмын. Мен не аласың машинада отырмын. Қазалай. Қазалай, қолым, мұнан қарап отырмын. Уорк істеп жатыр, айжымал соларын етіп сыпырыстыра жақ. Төсестіра жақ. Көмекшілер жүрді, мінекет. Қарылбайдың салысы. Кеше төгін берді. Салысы. Қалу пісір бағады бұне. Помидорлар пісті атызық мұны.
Гүлдері ашылып тұрыпты шартақта. Шартақта. Ну, мен. Шартақтағы гүл. Балалардың маты секілі. Салмада су аз мінекей. Ақпай қалды бүгін, су жоқ. Кеше бір күн су ақты, бүгін ақпай қалды. Я Алла. Пустына оғатыңыз, шамалашта. Помидор саладан туурай бер. Пияз менен. Пияз бар ма? Ажима, сәлем деші жүйді. Қалайсылар. Аман сау отырсыз ба? Сәлем. Әмеге де. Әмеге, ден саулық. Мен шай таяр неке. Шай ішен. Шай таяр. Су грам не. Баспа грам. Бұздай су ішен. Жерлерді сүріп таялап қойыппыз. Дегенға. Бүгін 13-ші июль. Помидор теріп басталық неге. 13-ші июль. Ертеңнен басап помидор сатамыз. Азанда ярмарка апарамыз. Қалқозда. Жүзгіладан зият помидор терілген. Кешір қайш тердің? Әрісін тері батсын бірімлеп? Әмінерге бензінді қойдым әй. Ол кеше тұқымнан еккен помидорлары бұл кешілеу. Құмынан жеккен помидор. Нәлді еккен әнеке мінекті қалдыңызда. Нәу тұқымынан еккен, енді түйінді күліп атыр. Бақылжан. Нәу кешір. Қобармайды ол. Кеші. Болам. Ешерме. Белдерім тұқымнан егілген помидор. Тұқымнан егілген. Мұнияғым нәл. Нәл. Мұнады мұнияғым нәл. Құзар бар. Мә, помидор жесім.
яқлары қызарып жатыр. Неге қасқа болып жатыр? Ай, вот құлап қалған. Қызарып жатыр. Қасқа болған қызарған. Самал мен жиылғанда жиге де толды. Басын көтере алмай құлаған. Өзі жалғыз помидор алынбай. Сыватыр ма екен? Әстеген қызарып атқан екен да. Біреу екі помидор бар ма екен? Енді түйіні құлып атыр. Бісім. Қайыру болу екен. Помидор атыз мне. Бәр помидор атыз. Ерін төртсіздік ешер. Ешер қопару әді базарға. Ерін өлкі ерден. Но бұрышларыны сықылым да жүртпе ағын. Кішкентай. Помидор тұқымына егілген кешілі помидор. Наудың әлден ектен помидор. Бұлам 70 сотик бар. Кектер болмаған мен. Я! Помидорды сүйбеті міне, жалғылдап тұр, сүйбетін ара, лақыровный. Ағайлар, помидор керек бізім, ағызы бұны көтім, жіберемен өзім. Үйіңім апырып тұсты беремен, тонын алып асан. Мен заказ алым, аған. Түрімді көрсің мүне кей. Келіп қалдым, яш көтеріп. Сонда яғайдылар.